Но сегодня была первая игра второго круга, и мы разочарованы результатом, как и результатами последних матчей. Вот. То, что касается игры, мы знали, как будет играть Махачкала, и это, в принципе, произошло. То есть это переходные фазы, контратака, за счет чего они нас и поймали. Если говорить про нашу игру, то нам в первом тайме не хватало того количества эпизодов в позиционной атаке, где мы могли больше оказывать давление на ворота Махачкалы. Это связано с неправильным решением игроков. То есть мы так не делали смену направления, хотя предупреждали, что сегодня надо делать этого больше. То, что Махачкала, она будет компактна, это стиль игры, то есть компактность. Поэтому надо было делать больше смену направления. И мы всего провели где-то, наверное, две атаки в первом тайме позиционной, которые тренировали. Вот. То, что касается в переходах, именно контратаки, у нас были в начале несколько опасных подходов, мы их не реализовали. И тут же получили ответку. Вот. Ну, а дальше стандарт. И второй тайм, да, он был лучше в плане позиционной атаки. Мы там за определенное количество достали определенное давление, определенную угрозу. Но этого не хватило для того, чтобы забить хотя бы один гол, хотя у нас условия были. Но опять, и что первый, что второй тайм, я недоволен так, как мы действовали командой в целом. Только эпизоды, это, к сожалению, мало.